под названием? Сухим из морской воды. Про что это фильм? Вот вкратце. Что это? Детектив, комедия. Начали. Это детектив, экшен, триллер психологический, где основная лейтмотив, основная тема, что главный герой, человек абсолютно мирный, житель Московской области, житель нашего города, неожиданно попадает в круговорот таких событий, которые его снова превращают в воина. То есть он не хотел этого ничего, но вот волею случая начинаются раскручиваться какие-то как воронкообразные события. Где вы снимаете? Нам удалось, география обширная, съемок нашего фильма. Нам удалось сначала фильм снять на Черном море в Новороссийске. Где груз, я спрашиваю? Я спрашиваю, куда дел груз, сволочь, блядь? Тебе что надо, я повторяю 300 раз? Морские обезьяны. Стоп! Но там мы быстро снимали 3 дня, потому что условий больше не было. Быстро приехали, уехали. Значит, это у нас город будет фигурировать, это город Черноморск. Там основная завязка событий. Один молодой парень случайно находит контрабанду в море. И вот после этого начинается вся в общем-то, вот эта криминальная такая психологическая драма. Где у нас в творчестве не только в живописи, но и вот получилось так, что Саша пригласил на фильм, и я с удовольствием согласилась, потому что там тоже такая для меня небольшая роль астролога, предсказателя, но она, может быть, имеет какую-то ключевую роль в этом фильме, потому что он встречается с астрологом, и она предсказывает ему всю его дальнейший путь в этом фильме, путь героя, который борется с мафией, которого подстерегают страшные какие-то опасности ситуации. А это что такое? Рог единорога. Одна колдунья подарила перед приездом к тебе. Она сказала, что он волшебный. Крестный, а ты все в сказках живешь. Ну а вообще, вот как роль актрисы? Понравился вам сам процесс? Встречать ли вам это удовольствие? Очень-очень-очень понравилось, в полном восторге. И я думаю, что это для каждого творческого человека какой-то вот поиск себя, наверное, в жизни. И вот проба в фильме, вот, хоть и в любительском, но для меня это огромное удовольствие и счастье. Так, Галина, фамилия? Галина Зайцева. Зайцева. Все, Галина, стойте точно, пожалуйста.
история началась 9 мая. Вот, на площади мы собираемся там каждый год с ребятами. Ну, пришел вот Александр. Вот, ну, рассказал, что он написал сценарий к фильму, приступает к съемкам уже. Вот, ну и как бы там, находясь на веселе, я Александру говорю: Саш, ну там для меня есть там роль. Вот, Володя, для тебя как раз роль есть. Вот, и вот как бы после этого он ехал как раз на съемки на море, забыл дома документы, а я возвращался из института из Москвы. И вот мы с ним пересеклись в автобусе как раз. И вот он сказал, что все, вот я сейчас приезжаю, и в июле я готов тебя снимать. Ну, а что за роль у вас? Роль у меня небольшая такая роль, но, можно сказать, такая, ну, как бы главная, с чего начинаются все события в фильме. Я играю командира батальона с запаса, вот, прошедшего Афганистан, участвовавшего в операциях в Паншерском ущелье. Вот, ну и как бы вот, да, ко мне приходит там генерал, который пытается от меня добиться там, чтобы, ну, чтобы я ему рассказал, где-то там или карту ему дал, где находятся схроны, ну, с драгоценными. Подождите, генерал! Генерал, вы не оставили мне выбора. Пардон муа, генераля. Алеге ком алеге. Ля баре!